Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, благослови вас Господь. Уже хорошей традицией нашего канала становится продолжение разговора со спикерами в развитии поднятых тем. После нашего предыдущего интервью, в котором мы спросили Максима Шевченко, почему в политической повестке мало присутствует тема защиты прав и свобод верующих, в СМИ появился программный документ КПРФ Геннадия Зюганова. Сегодня мы задали вопрос Максиму Леонардовичу, каким он видит последующие шаги левопатриотических сил в этом направлении. Я не знаю, давайте начнем, попробуем с Орловской области, где две церкви евангельских христиан испытывают нужду. И я призываю губернатора Клычкова Андрея. Пусть и Орловская область, где губернатор-коммунист, станет примером. В Хакасии, допустим, по-моему, все хорошо с христианскими, у христианских церквей с губернатором. Давайте в Орловской области наведем порядок. И я думаю, что верующие ответят и поддержкой губернатору, и вообще консолидацией общества. И так они будут законопослушные. Но так, как говорится, они страждут и страдают неправедно и несправедливо, непонятно за что. А так вообще позиция Геннадия Андреевича Зюганова мне очень нравится в последнее время. Его достаточно жесткая критика режима и одновременно вот эта мысль о защите прав верующих, я считаю, очень сильно расширяет социальную базу левопатриотической оппозиции. Я лично готов ездить по церквям России и рассказывать, почему надо поддержать левопатриотическую оппозицию, всех, кого гонят, кого пытаются построить в строй, заставить шагать в шеренге, во фрунт вытягиваться, когда это невозможно. Дух Божий дышит аще там, где хочет. Он есть свобода. И этот принцип никто не смог. Никакие злобные слуги сатаны, которые преследовали христиан в истории человечества, не смогли из христианства выгнать. Хочу напомнить, что и в Калуге непростая ситуация. Там верующие более 20 лет будут со своим храмом. Калужская Единая Россия правит, поэтому там какой вопрос? У меня, я вот говорю только про те регионы, где губернаторы способны прислушиваться, как в Орловской области или в Хакасии, допустим. Во Владимирской области тоже, мне кажется, вменяемый губернатор Владимир Сипягин. В Калужской области, я думаю, что это все невменяемо. Ну, каждому воздастся по делам его. Недавно мы брали интервью одного известного баптистского пастора Александра Семченко. И на вопрос о том, почему христианам прививают неприязнь к политике, он сказал, что политика – это вообще, с его точки зрения, нравственное воровство. Что бы вы могли возразить на это? Ну, с какой… Я уважаю очень Семченко. Это очень… Это легенда русского христианского евангельского движения еще в советское время. Но я не понимаю, это что, позиции баптистов, что ли? Потому что Альберт Гор, вице-президент США, баптист. Билл Клинтон, по-моему, тоже был прихожанин баптистской церкви, если мне память не изменяет. Поэтому я думаю, что это, может, какая-то странная позиция здесь, в России. Мы видим ведущую страну мира, Америку, где президенты, руководители госдепартаментов, прокуроры, военнослужащие не стесняются говорить «хвала Господу, аллилуйя». Может, именно поэтому американцам Господь дает столько силы и такие испытания, из которых они с честью выходят. Может быть, Семченко не прав. Может быть, надо брать пример не запуганных, забитых в тюрьмами российских евангельских христиан, советских, советской эпохи. Надо брать с американских собратьев пример, где если президент скажет, что он не верит в Бога, кандидат в президенты, вряд ли он сможет вообще в Америке победить на выборах, я так думаю. Нет ни одного президента неверующего, который открыто в церквях бы даже не проповедовал, если ему это дают возможность, и не обращался бы с аллилуйя к единоверцам. Поэтому, я думаю, он заблуждается при всем огромном уважении к нему и к его возрасту.